Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по нескольким буксам, друзья. Не люблю я такие видео писать. Значит, Paid Books. Друзья, этот букс мошенник. Значит, я где могла, где нашла... Ссылки поудаляла, где еще найду, также буду удалять. Так что он не платит. Значит, обращаю ваше внимание. Вот здесь всего выводов $3.05. Так. Опускаемся вниз. Проф от доказательства платежа. И не работает. А вот и сам сайт накрылся. Сейчас попробуем по новой зайти. Так, Paidbooks. А и все. Перевести. Достигнул ресурсов. Временно не может обработать ваш запрос, поскольку уже попробуйте позже. Ну вот, тем не менее, по этому сайту. Видим, да? Я там человек ставил на вывод. Участник, у него логин Vegas58. Я нашла этого участника, который ставил на вывод. У него свой сайт. Вот он, Vegas58. И я связалась с этим человеком. Я ему за... А, с чего все началось? Я записала видео, друзья. Мне женщина в комментарии там под видео написала. У нее пошли подозрения на этот сайт. Вот. Потом мы начали общаться уже в социальной сети. Ну, что делать? Я пошла, начала опять же искать информацию. Все это вот я ушла вот на этого человека. Вот у него, как видим, он свой сайт такой вот. Он специализируется на буксах. И я ему написала электронное письмо. Раз вы выводили денежные средства, почему вы не опубликовали подтверждение платежа на форуме? Вот он мне ответил. Ребят, сейчас я вам все покажу. Я на форуме здесь тоже писала письмо. Вот я ему писала, платит ли проект, ну и так далее. И вот он мне ответил. Сейчас я скопирую аккуратненько. Ой. Вот он. Вот этот Vegas 58. Видите, да? Я с ним связалась. Копирую. Идем в Google переводчик. Вставляю. Нет, это афера. Ничего не получил. Поддельное доказательство. Значит, на этом сайте... Paidbooks или как он там. Вот. Поддельное доказательство. С уважением, Vegas 58. Значит, сайт мошенник. Далее, следующий сайт. P2C. Здесь, ребята, букс неплохой. Кто работает, можете работать. Меня же здесь заблокировали. Им не понравился мой IP-адрес. Что-то там не в порядке. И ZV XG. Аккаунт мой заблокировали. Вот. Ну, заблокировали и заблокировали. Я писала, конечно, в поддержку. Поддержка отвечала. Я им скинула и свои видео, потому что такое бывает. Бывает как бы ошибка. Но, тем не менее, я здесь не работаю. Я в воскресенье заказывала вывод 15 центов. До этого я работала все замечательно. Но, видно, возможно, 15 центов для них это большая сумма. И чтобы не платить, они мне забанили. Ну и бог с ним. Я буду жива по этим 15 центам. Далее перейдем на мой YouTube основной. Значит, этот мошенник
Вот эти два нормальные. Значит, YouClick. Scam. Spider, ребятки. Тоже скам. Вот. Ну и, возможно, некоторые еще. Здесь я вот работаю. Вот. Этот работаю. Но в основном я везде работаю. Вот это тоже неплохой букс. Вот такое вот у меня сегодня видео. Недоброе. Вот. На этом буду заканчивать. И хочу сказать еще напоследок, кто работает на буксах, пожалуйста, читайте форум. Потому что если букс не платит, там сами уже участники пишут, что сайт мошенник, не платит, ну и все такое. К сожалению, это интернет, друзья, и такое случается. Вот никто нам здесь стопроцентную гарантность не дает. Вот. Всем удачи, больших заработков, всем мира, добра, любви и счастья. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.